Для коррекции речи здесь применяют новые технологии, например, юнгианскую песочную терапию. Логопедам она необходима для развития мелкой моторики рук. А в Китае такие песочницы стоят в каждом доме. Достаточно подержать песок в руках, и все плохое уйдет. Эти методы в частном кабинете внедряет Татьяна Федореева. Она здесь больше педагог, чем врач. Закончила специальные курсы, получила сертификаты и решила начать работу. К ней везут детей не только из города, но и из близлежащих деревень. Открываем, сильно открываем. Лошадка у нас сильно побежит. Чтобы в кабинете было уютно и стояло хорошее оборудование, нужны были деньги. И тогда Татьяна стала участником программы по поддержке малого и среднего бизнеса. Собрала пакет документов и получила грант – 300 тысяч рублей. Получила эту сумму, на которую потратила на пособие, на оргтехнику, то есть принтер был куплен, компьютер, различные микрофоны, потому что это необходимо в нашей работе. Но основное это, конечно, вот мебель, это детские стульчики, столы. Такую же поддержку в Дальнереченском городском округе получили еще 14 предпринимателей. Большинство из них ведут бизнес социальной направленности, например, пекут хлеб. Сама программа муниципальная, но реализована благодаря поддержке из края. Работает она по принципу софинансирования. Часть денег дает местный бюджет, а часть – краевой. Особенно вот в рамках в кризисных вот таких вот ситуациях, как мы находимся в сегодняшние дни. Только в этом году у нас за поддержкой обратилось 8 предпринимателей. И скажу точно, что все им будет оказана поддержка в полном объеме, в полном заявленном объеме их средств. Для местных властей отрадно, что благодаря поддержке из края на территориях открываются предприятия. Пример Дальнереченска должен стать наукой для других городов и районов Приморья. Данил Макарычев, Максим Евсеев, Александр Засухин, «Панорама».